Глобальные вызовы современности не имеют национальных границ. Мы все сталкиваемся с ними без преувеличения ежедневно. Ощущаем на себе растущую скорость обработки информации, обеспечиваемую цифровизацией, наблюдаем рост глобального неравенства, экологические, энергетические проблемы и разрушительные последствия изменения климата. В Москве в Центре международной торговли проходит заседание Генерального совета Всемирной федерации торговых палат. Здесь присутствуют руководители торговых палат из 29 стран со всех континентов мира, включая Россию. Насколько важен диалог между представителями торговых палат разных стран и континентов, нам рассказал президент Федеральной палаты Сергей Катырин. Сейчас идет обсуждение, собрались и Всемирная федерация торговых палат, и Международная торговая палата. И ряд платформ, которыми они занимаются, они вообще непосредственно касаются всех палат. Одна из платформ вообще посвящена общению между торгово-промышленными палатами. Вот их десятки, сейчас уже тысячи этих палат, они являются членами Всемирной федерации торговых палат. И, конечно, когда обсуждаются вопросы взаимодействия между палатами, тема, которая волнует все палаты, а все палаты волнуют тему услуг, тема экологии, утилизации отходов, цифровизация, подготовка кадров, ну и много чего другого, чем и мы занимаемся, и наши коллеги занимаемся. И, конечно, возможность таких вот платформ, она дает возможность обмена опытом. И мы надеемся, что у нас будет встреча, которая будет более широкая с точки зрения представительства российских торгово-промышленных палат, имеется в виду региональных палат, наших коллег, где мы попытаемся рассказать нашим коллегам, приехавшим сюда, о наших возможностях, о наших достижениях. На заседании Генерального совета обсудили структуру и цели стратегических целевых групп Всемирной федерации торговых палат. Стратегическую дорожную карту Всемирной федерации представил ее председатель Хамад Буамин. Об уникальности встречи нам рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко. Впервые за всю историю нашего взаимодействия с Всемирной федерацией торговых палат Генсовет собирается в Москве. И сегодня мы имеем уникальную возможность увидеться с руководством Международной торговой палаты и Всемирной федерации торговых палат, обсудить с ними планы работы на будущее. В ходе Генсовета поднимаются очень актуальные и важные вопросы для всей системы торгово-промышленных палат всего мира. Непосредственно нам очень интересно из первых уст получить информацию о том, как завтра будет реализовываться палата в условиях нашей технологической революции 4G. Как завтра мы будем работать с нашими членскими базами, которые все переключаются на совершенно другие источники коммуникации. Как нам выстраивать конгрессную, выставочную деятельность. Что будет с нашими сертификатами происхождения товара. Как будут работать наши арбитражные и третейские органы. Вот эти все вопросы поднимаются сегодня, и, конечно же, они нас всех волнуют.